Ну вот смотри, вот такие вот помпы, это китайские помпы, Predator. Они работают по 10 лет, работают. Они не хуже хондовских помп. А сделано, видишь, здесь вот как, смотри. Это обратка идет. Она идет вверх туда. А вот с куба идет сюда. Вот шланга, вот пистолет. Ничего здесь такого нету. На 2 инча, короче, помпа идет, вот толщина. 2 инча это 5 сантиметров. Такая вот. Вот так вот сделано. Все просто и удобно. Так что все нормально. Так, ребята, добрый день. Вот прибыл собирать ежевику. Вот такая ежевичка. Это вот поздний сорт. Было жарко, чуть-чуть ее подварила. Ее уже здесь собирали. Это, наверное, сегодня будут опять собирать. Я приехал до Виталика Старовера. Подошел, я говорю, где там? Они там в одном месте собирают. Говорят, туда езжай. Сегодня вечером там будем собирать. Вот я приехал. Уже вот 3 галлончика набрал. Сейчас еще пару галлончиков наберу. И вчера один галлончик собрал. 6 галлонов. Это получается 6,4, 24 литра. И до этого я набрал где-то 17 литров. То нормально. Так, ребята, добрый день. Вот уже пошла пыльца совсем другого цвета. Видите, сколько пыльцы. Ну, я уже все убрал, вот поставил уже на донышко, пускай они себе несут, чтобы они поднялись. Вот такие вот у нас пыльцеуловители. Там, видите, вот под низ пчела, я не знаю, откуда она заходила. И немножко пропавшие пчелы, но это не страшно, это совсем немного. То за все время это они у меня простояли, наверное, 1,5 месяца простоял этот пыльцеуловитель на этой семье. То надо будет сейчас на другие семьи поставить, и будет нормально. А это у нас матки нету, надо отводочек засунуть. Сегодня вот обработали дымом. Хочем посмотреть. Ну, еще рано, к вечеру посмотрим, сколько насыпется пчелы. Обработали, наверное, штук 5 или 6. То посмотрим, сколько посыпется. Так что процесс идет. Вот отводочки. Это у нас все для этого. Вчера покормил немножко. Они сегодня волнуются. Но не так волнуются уже, как вот 2 недели раньше, как мы кормили. Не так волнуется, уже немножко легче. Так что все нормально. Так, ребята, доброе утро. У нас утречка. Вот начали, не начали, а уже качаем полным ходом мед. Вот это все у нас мед. Вот это все мед. Ну, меда в этом году не сильно много, наверное, в половину меньше от прошлого года. Вот это тоже мед. Вот это уже мы откачали. Делаем сейчас вот новые палеты по 3. Короче, в ряд 3. И получается у нас вот 10 вверх, 60, короче, суперов ставится, короче, на один палец. Во-первых, они более стойкие. Во-вторых, у меня несколько раз просто когда ехал и просто тормознул, и когда вот такие вот стояли, когда просто тормознул, и, короче, они, то, что узкие, короче, падали. На кузов, правда, падали, но падали. И вот в этом году мы уже где-то, мне 45 палетов надо, чтобы всех, ну, все переставить на это. Ну, еще этот год часть этих будем юзать,
Ну, основную массу мы уже будем переходить на эти палицы. То в этом году даже вот у нас вот то сзади 4 палета стоят, мы даже их и не расставили. То а так вот меду не сильно много, но есть все равно, слава богу, за это, что имеем. Сейчас я поеду там, а так мед где-то ничего, ну не сильно хорошо меду. Вот внук мой уже. Ну мед, правда, цвет очень красивый. Посмотрите, какой светлый мед. Вот. Светленький медик. Ничего. Да, в баночке. Ага. Да. Вот центрофуга шурует. Уже вот, наверное, уже две бочки, наверное. И воску не сильно много будет. Так вот, внук уже. Вова, тебе уже 17 лет есть, да? Да, да. Да, вот. Попробуем, может, понравится, чтобы пчеловодничал. Будем оставлять бизнес ему с сыном, с серым. Они молодые, энергичные. Так что, видите, вот рамки как не полностью запечатаны. Ну, у нас все, взяток уже кончился. Но мед зато очень-очень цвет. Посмотрите, какой такой зеленковатенький цвет. То уже в этом году у нас вот линия нормально налажена. То проблем нету. В том году очень много времени ушло на налаживание линии. А в этом году уже идет все как по маслу. Проблем никаких нету. Немножко переделали, короче, то у нас этот барабан, который это был в другую сторону, и трубы были очень длинные. И в том году у нас вот этот, как мясорубка, шнейк, мотор сгорел. Тут в этом году вот только сделали, вот видите, и получается у нас здесь практически почти трубы, вот кусочек и небольшой угол, и все. То работает. Ну, здесь вот, смотрите. Еще не открутила хорошо, пускай крутит.